Все госуслуги с 2022 года должны предоставляться в режиме одного окна. Речь идет об оформлении пособий, пенсии, записи к врачам и других услуг. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Уже через 3 года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться дистанционно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна. Без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации. Уже через 3 года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно. В режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то есть на постоянной основе.